Две муромские футбольные команды завершили сезон. Молодежный состав футбольного клуба «Муром», выступающий в чемпионате Владимирской области, с 36 очками занял 8 место из 14. Чемпионом региона стал «Строитель» из Купреева. А вот команда «Авангард», представляющая «Муром» во второй по силе группе областного чемпионата, заняла 2 место, отстав всего лишь на 1 очко от «Добрыни» из Владимира.